Житель поселка Молодежный систематически избивал 10-летнего сына и 8-летнюю дочь. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы. 31-летний Санжар Хамитов работает в местной фирме газоэлектросварщиком. После развода с женой несовершеннолетних детей решили оставить с отцом. Думали, так лучше будет. Оказалось наоборот. Вместо того, чтобы подарить детям счастливое детство, так называемый отец неоднократно избивал их. Последняя капля была 19 февраля прошлого года. Поводом жестокого избиения стало то, что младшая дочь не выполнила домашнее задание. Отец характеризуется положительно. Работает в ТО «Борлы». Нужно отметить, что мать осужденного на момент избиения находилась дома. На сегодняшний день несовершеннолетние дети находятся рядом с отцом. Есть заключение экспертизы, где вот подробно описано, что ребенок получил черепно-мозговую травму, различные телесные повреждения, гематом лица, шеи, грудной клетки, рук, ног. Детей избивал хлопушкой, как сам отец детей подтверждает это, что да, он избивал детей только потому, что они не выполняли домашние задания.